Всем привет! Так, что быстренько рассказываю об этой машинке и о второй тоже. Так, там картинка стоит, потому что я звук накладываю потом, после того, как сниму ролик. Вот, так что если там что-то, какие-то несовпадения, знаете, что звук я уже накладываю и рассказываю, потому что получается, я рассказываю дольше, чем длится сам ролик. Я хочу рассказать об этом Поршике. Меня там вдохновили фотографии одного парня, который пытался что-то нарисовать на этом Порше. Все вот эти вот дырочки, вмятинки, все как на настоящем, я тоже взял и зарисовал, кроме радиатора. Передний радиатор я не стал, то есть воздухозаборник передний, впереди в самом носике машинки я не стал закрашивать черным. Я только фары, там маленькие фары, подсветку сделал серебристо, и все, там чуть-чуть их еле-еле видно. На фотографии есть, там кажется, видно немного. Вот. А так больше ничего я там впереди не красил. Вот эти вот все боковушечки черные, вот эти вот точечки серебристые, двухзахозаборники на сверху на машине, все это черным там прокрасил, да, вот эти вот, ну, в общем, так как на настоящей машине, все я попытался сделать так же точно, как и на настоящей тачке, все вот эти вот мятинки, бугорочки, все прорисовал и как бы дополнил машинку до полного счастья. А вот это стеклышко там сверху сделал с пластика на турбонаду, вот этот, что сверху там стоит за кабиной. Ну, можно его убрать, и не обязательно это стекло там оставлять. Просто мне так захотелось, я взял и поставил, ну, делать нечего. И оно легко там снимается, оно почти там ни на чем не держится, так вставляется просто и все. Вот. Ну, так мне захотелось, вот, еще раз говорю. Вот. Ну, так меньше будет туда пыли попадать. Да, вот это вот полосы нет на машине, на Porsche, на всех, а идет через всю машину полоса. Не хочу я эту полосу, она не смотрится, мне кажется, вот мне как раз попалась такая модель, я ее выбирал в магазине, и их там было несколько, и почему-то вот именно попалась эта модель без одной вот этой полосы через всю кабину. Только на капоте оранжевая полоска, и все, так на машине нету нигде больше. Сзади на крыле, которое вот это аэродинамическое крыло сзади машины, я сделал две такие полосочки, круто смотрится, вообще машинка вот, стала более так симпатичнее с этими дырочками там. Не особо, конечно, если не присматриваться, там ничего и не заметишь толком, но факт тот, что я машинку довел до ума более-менее нормально. Ну, а вторая машинка, вот эти вот буквы, цифры, да, вот все лепят. Я нашел такие наклейки. Наклейки я взял на рынке, там, где продают лаки, ну, косметику для женщин, девушек и девочек, да, вот, и там на косметике есть такие разные там листики, цветочки, вот, и несколько я нашел наклеечек и нашел вот таких кошечек интересных. Вот, наклеил я на машинку, переводнух, и обычные такие на воде, они переводятся, с бумаги слазят и лепятся вот на машину, и получается вот такой интересный эффект. Кошечка круто смотрится, как будто там и была, вот, как-то более-менее преобразилась машинка, такая стала более симпатичной. Вот, наклейки эти переводятся, потом высыхают, и я их быстро тонким лаком покрываю, и они уже никуда не денутся и не сотрутся. Вот такие дела, вот такие новые машинки у меня появились, то есть с новыми разрисовочками, наклеечками.
Вот, смотрите, фотки. Да, еще хотел сказать, я вам сделал я тут поршень необычный такой. Вот. Вложу несколько фотографий вот этой золотой машинки. Получились классные фотки. Не буду я делать отдельно на него ролик. Вот, есть тут машинка вот такая, вагон желтая, тоже интересная. Фотки я вкладываю, да, сюда. И вот эта вот золотая классная, она там с огоньком, в общем, с кружочком такая, ну, не важно. Мне важно было, чтобы она была под золото, и я уже собираю там несколько их видов. Наверное, уже завалился за десяток их разных золотых машинок. Вот. И вот этот лотос, да, мне вот это вот были обычные колеса. Я поставил тоже СМ2 колеса. Ну, что интересно, переднее колесо у меня никак не лепилось, потому что передние колеса тонкие, вот, а более широкие, они не смотрятся. Мне пришлось, короче, обод, ну, вот этот, оставить колесо СМ2 машин с набором, а резину я взял с детской какой-то машинки. И там, в общем, проклеил туда все и сделал более, чтобы не очень тонко смотрелось переднее колесо, потому что труба, ну, вообще некрасиво было. Ну, теперь машинка у меня на резине, этот лотос, классная, вообще смотрится бомба, заднее колесо очень широкое. Я специально так сделал, смотрится она вообще круто теперь. Прорисовал все вот эти фонарики, я только не пойму, как его настоящие машины, там что-то очень много красных фонариков, просто обалдеть. Аж раз, два, три, четыре, пять, шесть, елки зеленые. Ну вот и все, было очень сложно вот на подфарничках, на подвесных нарисовать вот эти фонарики. Очень мелко и очень с трудом не удалось, там мазня, конечно, была, пока поубирал там все это, почистил. Ну, короче, довел я ее до ума, и получился такой крутой лотос, супер. Ну все, пока-пока, смотрите мои ролики. Ага, не забывайте, ставьте лайки, конечно, они там и даром никому не нужны, но просто приятно, когда кто-то тебе поставит лайк. Всем же ставят, да, а что мне нет? Ну, давайте, ставьте, и мне тоже не забывайте. Вот. Ну, подписка, это уже дело хозяйское. Ну, все такое. Ну, в общем, пока такой ролик. Ну, все, пока-пока. I can swear.